скорой седьмая. Ежедневно на пульт диспетчерской службы отделения скорой помощи поступает более 1,5 сотен звонков от жителей. На все заявки специалистам нужно срочно отреагировать, чтобы медицинская помощь добралась до пункта назначения не позже 20 минут после поступления звонка. Для того, чтобы облегчить труд медиков, в январе этого года была введена спутниковая система ГЛОНАСС. Плюс еще хорошо, вот это адреса найти лучше, быстрее можно. А то у нас же сейчас еще сколько сейчас районов. У нас не у всех это есть карта города, например, это сейчас Крым-Сарай, вот это, как говорят, Восточный 4, там это тяжело, и машина не проезжает, а это сразу все-таки это лучше. На экране монитора видно, где в реальное время находятся бригады скорой помощи и даже с какой скоростью едет автомобиль. И если на базе не оказывается свободных карет, диспетчеры передают вызов освободившейся бригаде. Здесь отслеживается территория городских улиц, населенные пункты всего городского округа и республики. А для того, чтобы найти маршрут следования карет и скорой помощи в отдаленные места, на машины установлены навигаторы. Это очень удобный прибор, когда едешь, все это рассказывает, показывает. А когда незнакомые адреса, по этому прибору можно позвонить даже диспетчеру. Еще одна новинка отделения скорой и неотложной помощи – это РИА-мобиль марки Ford, приобретенный по программе модернизации. На вызовы она начала выезжать еще в марте и за это время успела довести бригады скорой помощи к сотням жителей. Ее оснащение позволяет назвать машину передвижной палатой интенсивной терапии. Преимущество от обычного автомобиля, естественно, это оснащение, в первую очередь. Сами видите, что размеры соответствуют, можно спокойно обследовать больных. Особенно на дальние расстояния, я уже говорил точно. За счет кондиционера, в жару, перевозка тяжелых больных до Уфы довольно-таки облегчает. Ну и мониторинг. То есть с данной аппаратурой можно в дороге делать мониторинг любого пациента. То есть все аппаратуры, которые находятся в отделениях реанимации, она находится здесь тоже. Акушерские, фельдшерские наборы, небулайзер, аппарат ЭКГ с возможностью на месте диагностировать больного, термосумки для поддержания постоянной температуры медикаментов, кислородные баллоны и многое другое. Все, что нужно врачам для оказания первой неотложной помощи, под рукой. Кстати, реамобилей в Нефтекамской больнице теперь два. Лилия Ахметова, Фанзир Фазлутдинов, информационная программа «Ежедневник».